Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам, как омолодиться с помощью обычной питьевой воды. Избавиться от морщинок над верхней губой, от мимических морщинок, от морщинок на руках. Все мы знаем, что в течение дня нужно выпивать 2 литра воды, то есть 8 стаканов. У нас это не всегда получается. Поэтому я утром всегда выпиваю или вот такую баночку пол-литровую, или вот такую вот бутылочку 0,5 водички. То есть каждое утро вы встаете и натощак выпиваете вот столько водички. Если у вас не получается выпить воду сразу залпом, значит, вы выпили сколько смогли, немножечко отдохнули и продолжаете выпивать. То есть в любом случае вы должны выпить 0,5 литра. Через месяц вы заметите, как ваше лицо станет более свежим и красивым. Уйдут мимические морщинки, уйдут морщинки над верхней губой. Ваши ручки станут более гладкими. После того, как вы выпили воду, в течение дня вы можете пить тоже воды столько, сколько вам хочется. Но утром натощак нужно выпивать пол-литра. И вы заметите разницу, какая была до того, как вы начали пить воду, и через месяц-полтора после того, как вы ее будете пить. Я так пью воду уже несколько лет. Желаю удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до свидания.